Без модного прошлого не было бы и современных трендов. Ретро вдохновляет дизайнеров одежды на новые шедевры. И кроме того, сегодня имеет статус отдельного популярного стиля. А раздобыть винтажную вещь, сделанную на совесть десятки лет назад, для многих модниц – идея фикс. Потому что винтаж способен привнести неповторимость и особый шарм в образы. Впрочем, в нем можно выглядеть и как актриса из ретро-фильмов. Или даже как расхитительница прабабушкиного сундука. Изначальный смысл слова «винтаж» – выдержанное вино высшего качества. В моде под этим термином подразумевают предметы гардероба не моложе 20 и не старше 50 лет. Причем старинная одежда обязательно должна была быть модной в свой временной промежуток. И само собой, винтаж – это хорошо сохранившаяся, качественная вещь, а не музейный экспонат, готовый вот-вот рассыпаться. Этот образ, в принципе, хорош. Он отлично подойдет для недели моды или же для каких-то авангардных мероприятий. Но на каждый день вас могут не понять. Первая и самая большая опасность – этот образ перегружен винтажными вещами. В общем-то, в нем все винтажные вещи – и пиджак, и брюки, и сумка. И это смотрится не очень уместно. Второе – слишком много ярких акцентов, кавер-блоков, которые тоже смотрятся не очень удачно в этом образе. И третье – круглые очки. В образе очень много прямых линий. И с нашими романтическими очками это не сочетается. Удачный пример того, как городской образ можно разбавить винтажными вещами. Винтажные брюки и ретро-редикюль хорошо сочетаются с городской майкой в casual стиле с логотипом. Акцент образа – это многоярусное украшение. Миксуем жемчужную нить и подвеску. Смотрится очень необычно и свежо. И при этом мы поддерживаем винтажный стиль. Если на романтичное платье комбинацию набросить винтажный удлиненный жакет, ваш образ автоматически становится трендовым. И в нем вы можете появляться как на вечерних мероприятиях, так и на дневных. Украшает образ яркая современная сумочка и ретровизированные клипсы. Одеться с ног до головы в одежду из прошлого – сомнительная идея. Винтаж нужно применять в правильной дозировке, тогда результат будет превосходным.